очень даже приятно. Боль не должна быть резкая, она должна быть такая очень приятная. И она получается, что вы с каждым разом все ниже и ниже наклон делаете. Наклон ниже и ниже. Мягко растягивается у вас под ножками мышцы. Да? Вот коленочка, контролируйте коленочку, чтобы я не поднималась. Поясница тоже тянется. Но мягко, приятное растягивание всего тела. Лодка.
поворачиваемся на спинку. Делаем контроль баланса. Это предпоследнее упражнение. Входим вниз, касаемся пола. Мы тянем ногу на себя.
йоги называется это голу. Контролировать заднее колено, чтобы колено на носок смотрело, потому что багажница. Сейчас уходим через. Голову упираемся в пол. То есть больно там где-то глубоко-глубоко в попе, да? Так можно сказать по-русски. Негативно там, да? Или сбоку. Сбоку, да. Вот сидит вот, вот, да. Поднимаемся там же. Поднимаемся. Оп. Опять берем руку. Тянем ее на себя, плечи при этом не разворачиваем. Для профессионала. Четыре, округлимся. Бабочка. Соединяем ноги. Йоги делают они так. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ударяют по попе. Тук-тук-тук-тук-тук. Мы не йоги, да? Понятно. Берем сзади рука, чтобы не упасть, вторая рука кладется одну сторону, мы положили, а второй мы открытое бедро по пружине. Супер, сильнее пружине. Ладно, когда первое занятие, когда уже 21, что? А, ничего. Да, уже все, вообще ничего. Меня в другую сторону, так все. Мы бедро положили, положили бедро и подключили. Здесь под весом вашего тела, вы ничего здесь не травмируете себе, это будет не опасно. Так, тоже раскрытие получается в тазобедренных суставах. Можете таз выгнать. Уходим, округляемся, берем себя за ноги, округляемся. Попробуем углом коснуться либо носков, либо пяток. Попробуем.
коснулись, например, так? Например, коснулись или коснулись. Молодцы, отлично, умница. Отлично. Уходим. Смотрите, мы отправляемся назад. Натягиваем руки, как будто это веревочки с помощью ножек. Натягиваем. И касаемся грудины. Упорок. Выходим вверх. Позвоночник вправо. Ровный, 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 ровный. И назад. Еще раз повторим упражнение. Натягиваем руки с помощью ног, округляемся. Подбородком коснуться грудины. Хорошо. И выходим, спинку ровно сделаем. Головочка. Хорошо. И последний раз. Округляемся. И туда ножки, жим, все, надо заканчивать, это же музыка закончилась, но мы еще не все сделали, да? Предлагаю остаться еще на час. Ну, шутил. Ну, еще 5 минут, ладно? Если кто торопится, уж меня простите. Все, зафиксировали, снизу нижняя точка, стоим, 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2. Хорошо, ноги широко. Через сторону уходим. Касание ноги. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. В другую сторону наклон, также вперед вниз. Через сторону. Я вам.